Десятки черно-белых и цветных фотографий. На выставке в сфере «Юность» каждый желающий может прикоснуться к истории стадиона «Металлург» от самых истоков до наших дней. Это сейчас видно и сложно себе представить без него. А в 1969 году появление спортивного сооружения стало для многих мечтой, воплотившейся в реальность. Особенно для профессиональных спортсменов. Для нас, для футболистов, играть на таком зеленом ковре был праздник, потому что ни травм, мяч хорошо катится, красивая игра строилась, потому что возможность сдать хороший пас, разыграть комбинацию, это все давало новый стадион и новый импульс нашей игре. Честь провести первый футбольный матч выпала ветеранам и молодым спортсменам из клуба Московского коксогазового завода. Кстати, с тех пор эта команда также стала носить гордое название «Металлург». Сам же стадион возводился целых 3 года. Появились трибуны, а для футбольного поля привезли покрытие из Голландии. При работе активно использовался опыт специалистов столичного «Динамо». Большой вклад внесли и простые жители нашего города. У нас в центре работает 3 человека, которые... Кто-то в детстве с папой ходил на строительство этого стадиона, да, а кто-то, работая от организации, тоже ходил, строил стадион. Кто-то вспоминает, как они с родителями ходили на мотобольные матчи, да, кто-то на футбольные матчи. Все жители района, у всех есть своя какая-то история, своя частичка, связанная с нашим стадионом «Металлург». За 5 десятилетий на «Металлурге» ковались победы местных спортсменов, причем не только футболистов, волейболистов, картингистов, но и, конечно, мотоболистов, которые прославили наш город на всю Европу. Кроме того, в разные годы на стадионе проводились самые значимые для города и района мероприятия, а с 1970-го здесь проходили торжественные празднования Дня Победы. Организатор выставки Владимир Меньшов признается, что найти на стендах можно и настоящие раритеты. Интересные фотографии, которые я увидел впервые вообще, как отмечался, то есть там идут ветераны вместе со своими детьми, то есть девочки в белых фартуках, там мальчики в пионерской форме, и они с ними идут в одной колонии перед трибунами стадиона. Трибуны были заполнены до отказа. Продлится экспозиция в сфере «Юности» еще 2 месяца. Екатерина Коваленко, Александр Будников, Ольга Садовская. Видно этого.